Всем привет! Мы сегодня открываем зимнюю рыбалку. У нас уже лед стал. Сегодня у нас минус 13 градусов. Приехали впятером на двух машинах на большое озеро, на какое-то. Вот такое озеро. Где-то года три назад я тут был. Мы тут и летом рыбачили. Здесь хорошие экземпляры бывают попадаются. Но лед уже нормальный такой должен быть. Вот уже хожу по льду. Сейчас замерим толщину льда. Вот здесь, кстати, уже кто-то рыбачил. Вон старые лунки. Здесь вот, вот лунка. Вижу окуня. Кто-то тут ловил, да? Ну, это вчерашний, кто-то здесь вчера был. Один только. Маленький. Вон там еще один валяется. О, сколько толщина? 10 есть сантиметров? Есть, нет. Но старый еще есть. Есть, нет. Так, купил точилку для ледобура. Вот такая вот, китайская. Бур сейчас не будет, сейчас не знаю, посмотрим, будет она точить, не будет. Как-то вот типа таким макаром. Вроде бы так. Не знаю. Наточит, не наточит. Не подготовился нифига. Не проверил ножи. Зато точилку проверим. Ни хрена не точит. У нас первая сработка. Нормально тащит. Что-то Марина тащит. Да, есть что-то. Здесь есть, он дергается. Давай, 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 Марина. О, есть. Марина, молодец. Молодчинка. Хватает, есть работа. Сошла. Ну да, был бы я хотя бы возле прям лунки это сошла. Короче, она еще не заглотнула, да, и получается надо было подождать. Опять та же самая жерлица сработала. Мотает. Надо, короче, подождать. Сейчас она остановилась. Да, она сейчас переворачивает. Ждем, друзья, ждем. О, окунь Андрюха там поймал. Вот начало. Остановилась. Все, подсекай. Опять пошла чуть-чуть. О, что-то хорошее. Не форсируй, не форсируй. Не рви. Если тянет, отпускай. Ух ты. Тянет, тянет прям. Багор? Нет, есть! Смотри, какая хорошая!
Нормально. Короче, щипцы надо. Ух, ёб твою мать. Проглотила. А, нет, нет, проглотила этого живца. Живца проглотила полностью. Нормально такая. Я счастлив. У нас уже третья сработка. У Андрюхи сработала жерлица. Готово, перевело уже, тащит. Ох, как потащило. Давай, давай, давай. Есть, нахуй, сидит. Это на этом, на карасика, да? Ага. Бля, нормально так отмотало. Бля, гуляет, блядь. А, не крупная. Не крупная? Да, не, в стенку не влазит. Нормально. И сразу отстегнулась. Ну, она же автоцеп стоит. Да? Карасик живой, блядь. Нахуй автоцеп, блядь. Лук ебал головой, блядь. Все, рыбалка вроде как пошла. Все, пошла вода. Давай карась еще. Еще живой. Рыбалка идет потихонечку. По первому льду. Обычно у нас так всегда. По первому льду самая активная рыбалка. Еще одна сработка. Блин, сошла походу. Спешил, что ли? Не, сошла. Но она подойдет еще. Крутит, крутит. Сейчас, да, крутит. Грюк надо ходить трясти. Была, не была. А то сейчас отмотает всю катушку, блин, потом тащить долго. Что-то небольшое пока чувствую. Да, до хера отмотала. О, ну, нормально, что, хоть такая. Есть контакт. Все, все, сама пошла. Она притаилась, сейчас будут ее переворачивать, брать ее с головы, обычно она ее с головы берет. Пробуем. Не, нету. Блин, что, съела живца, что ли? Нет, живец на месте. Отпустила? Да, она что-то не захотела его есть. Есть что-то? Да. Прикинь, даже не крутит, да? Ну. О, о, о. О. О-хо-хо-хо. Щипцы надо? Да. Хотя. Есть. На, тряпочку. Смотри, чтобы не открылся ящик, аккуратнее. Мы переехали сейчас в другое место. Половить окуня сейчас попробую. Тут прям возле берега. Тут 5 минут езды. Прям недалеко. Да, вот прям сразу возле берега. В том году мы тоже тут ловили окунишек. Вот такой вот искусственный мотыль еще. То есть получается, его можно делить как хочешь. Это вот мне Серега дал.
Так, у нас погода меняется. Что-то клев перестал. У нас самое больше сегодня окуней наловил Серега. Серега еще молодец. Вот. Я, кстати, ни одного не поймал. Тут мои есть тоже. Ну, тут твои тоже один. Есть. Один или два. И Тимофея два штуки. А остальное все Серега поймал. Возвращаемся туда, на обратный путь, к Андрюхе. Где там у нас жерельцы стоят. В общем, немножко половили окуней. Только я ни одного чуть не поймал. Просто не везло. Что прикольно было, короче, здесь мелко. И прям видно, как рыба плавает. Там прозрачная вода хорошая. Видно, как муку не клюют. И был момент такой, покажу, у меня щука проплывала и сожрала мою мормышку. Ну, то есть не съела, она там осталась на дне, ее прям видно было с лунки. Кадр покажу этот. Оторвала, выплюнула и дальше поплыла. Щука! Оторвала мормышку, сука! Пока мы там рыбачили, окуней дергали, у нас тут Андрюха наловил щук еще. Короче, в общем, получилось 11 штук. Вот. Сейчас еще пару часиков побудем, посмотрим, будет клевать, нет. И вот наш общий улов. Вот окуней оттуда привезли. И вот щук. Вот таких вот щук. И вот самая крупная где-то вот трешка. Примерно. Я считаю, что хорошая рыбалка. Первый лед мы открыли. Сезон по зимней рыбалке открыт. Значит, на этом буду заканчивать. Рыбалка прошла удачно. Все довольны сейчас рыбой. Щук половили, окуней половили. Погода испортилась немножко. Ветер поднялся и снежок. Вот. Сегодня мне помогали Андрюха с Серегой. Это мои коллеги с работы. Вот. Тимофей, племянник, и Марина. Вот. Сейчас скоро будет снежный зимний сезон. И за этот сезон я еще буду кататься на снегоходе Pro Max. Прошлый сезон удачно отъездил, никаких поломок, ничего не было. Вот. И сейчас ждет меня впереди еще рыбалки зимние, поездки на снегоходе. Оставайтесь с нами, оставайтесь со мной, оставайтесь на канале. Всем не хвоста, ни чешуи. Всем пока, до следующих рыбалок.